Даже смотри, вот, как приготовить, типа, тика-джай, блядь. Древнее индийское блюдо, блядь. Знаешь, короче, будет чай. Это для Индии, типа, по фэншуй. Стоит, да? Берем лимон, да? Открываем кастрюлю. В кастрюле обязательно должен быть банан. А до лимона в кастрюле должен быть банан, блядь. Сечешь его? Короче, потом закинем до лимона, блядь. Но перед этим немного бьем его ножом. Похуярили так по лимону, да. Меня снимаю, блядь, меняю. Потом хуяк. Плохо, руками ложим. Руками ложим. Банан ложим, короче, вот так. И потом делаем такое движение, чтобы это пролезло. Оп, вот. Закрываем крышкой, блядь. Вот таким движением, короче, расшатываем эту хуйню до смузи ее. Сегодня у нас присутствует наш передача ученик Дмитрий. Проходите, пожалуйста. Смотри. Это яйцо. Что раньше было? Курица или яйцо? Не знаете. Правильно. Мы берем 200 грамм фасоли, ставим на них грибы и сверху яйцо. Блин. Всю вот эту хуйню, мы бьем 3 раза чайным пакетиком. Понимаешь, да, как это работает? Понимаешь, да, Ивай? Когда... Попробуй, да. Да, похуярь. Давай, похуярь по яйцу. Правильно. Ура! Вот так вот, да, хорош, 3 раза. Тупой, блядь, отойди. Итак. А иди-ка вообще вы нахуй, я вам скажу. Выходи, ёпки. Выходи. Туда, ёпки. Туда, сука, 3 раза. Туда, блядь. И мы продолжаем. Ой. Теперь берем яйцо и говорим: курочка, смотри, снимай. Снимай сою. Снимай яйцо. Курочка, прости, но твоему ребенку. Сейчас пришел пиздец. Чего мы добивались, собственно? Спасибо.